подписчиком. Ты наш подписчик? Ты наш смотришь? Вот классно, видишь? Я подписчик узнал. Аминка в шоке от манекена. Да, реально пожар. Смотрите, здание горит. Ну что, пожарные, готовы? Всем привет! Вы на канале Кикидо. Сегодня мы пришли в Кидзанью. Да, друзья, сегодня мы пришли в Кидзанью познать все профессии, специальности, которые есть в этом маленьком мире. Ну что, там даже денежки есть, которые мы сегодня заработаем. И эти денежки мы потратим на что? На вознаграждение, на игрушки. Ну, на игрушки. Все, побежали, пойдемте оденем браслеты. Run now, red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola, and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat facts, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball on the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? Why you need to lie? Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? How do you get by? Через рамки прямо и направо. Приятного путешествия. Спасибо. И мы в Кидзанью проходим. Смотрите, какой классный здесь водопад детский. Будущее твоими руками. Там денежки, наверное, денежки закидывают для того, чтобы сюда еще раз вернуться. Это такая примета. Сейчас нам надо будет пройти в банк для того, чтобы поменять вот эти вот ваучеры на местные денежки. Да, все, пойдемте в банк, будем искать. Банк нам сказали искать вот по этим стрелочкам. Всего интересного, смотри. Смотри, это здание, где мы будем тушить пожар. Да, трогать нельзя, смотри, написано, не трогать. Штраф, 10 кидзо. Это мы еще их не заработали, но нас сейчас сразу еще и оштрафуют. Все, пойдемте вперед. Пожар будет, мы будем тушить пожар. Мы пришли очень рано, здесь очень мало народу, это классно. Мамин любимый магазин. Что, стрелочка, ищите. Вон, смотрите, стрелочка, Камиль нашел. Умничка, пойдемте. Аминка, следуй за Камилем. Мы пришли в Альфа-банк. Пойдемте, заходим. Здравствуйте. Проходите к девушкам за кассу. Уважаемые родители, вас просят подождать снаружи. Окей, хорошо. Пятишки у нас заходят. Обменял? Беги, показывай, сколько у тебя денег. Сколько кидзо? Вот. Ого, да ты богатый, да тут вообще можно не работать. Слышишь, смотри, сколько у него денег. Ого. Можно вообще не работать. Зачем тебе работать? Сразу пойдем домой, купим кучу игрушек. Так, Аминка, да ты тоже богатая. Нам можно не работать. Что там у тебя? Много. Спасибо. Денег? С чего начнем? Давай. С этого. Все, следуем вперед и выбираем самую первую попавшуюся нам профессию. Исследуем ее. Давай. Пойдем колодки менять. Колодки менять? Камиль очень хочет пойти колодки поменять. Давай узнаем, где машина. Здрасте. Здравствуйте, Камиль. Чем помочь? Он хочет стать автомехаником. Хочет колодки поменять в машине. А, колодки у нас сейчас не меняются. Они в ремонте находятся. А что мы можем? Можно моторное масло научиться. О, менять. Это тоже круто. Готов? Так, Камильчик сейчас будет менять моторное масло. Так это настоящая машина, да? Конечно. О, круто. Камиль, я думал, что это будет макет. Это настоящая машина, смотри. Все, Камильчик, сейчас научишься и будешь папе потом в машине масло менять. Готов? Все, нажимай. Поехали. Не пугай. Молодец. Можно будет снять то? Все, отпускаем. Все, масло готово.
стыковая крышечка. Мы заменили масло, и обязательная процедура – это замена фильтра. Давай, комичек, откручивай. Вот хорошо его прикрутили. Старый. Так, это старый. Держи. Новый фильтр. Ну, все. Зарплата, Дидзе, спасибо тебе за работу. Хорошего тебе рабочего дня. Покажи свои первые денежки. Это первые заработанные Камилем денежки. Его трудом. Он поменял масло. Поздравляю. Пошли. А вот наша мама с Аминкой. Так, ну что вы там? Здесь уже. Ну да? Что, поменял масло? Камильчик получил первые свои денежки. Сколько денег, Камиль? 8 кидзе. 8. 8 кидзе за то, что он поменял масло. Молодец. Камиль говорит, что где-то пожар. Ого! Да, реально пожар. Смотрите, здание горит. Пожарные тушат здание. Супер. Ты тоже хочешь стать пожарным? Ты тоже хочешь потушить это здание? Шоколадное. Клубничное, отличное. Держите. Спасибо. Не может упасть. Спасибо. Пожалуйста. Потом покушаешь. Держи, а то уронишь сейчас. Неси ровненько. Держи мороженое. Это шоколадное, а не клубничное. Вкусно? На заработанные деньги. Нет, игрушки. Все, давайте, бегите в детский мир, покупайте себе игрушки. Давайте, тратьте деньги с умом. Давайте посмотрим, на что у нас денежки хватит. Ничего не купишь. Смотри, лего, как у нас, гусеничный кран, стоит 5700 кидзов. Это тут надо 50 раз сюда, да, 50 дней надо работать, так как мы сегодня отработали. Так, машинки. Машинки у нас сколько кидзов стоят? Что ты там выбрал? Давай посмотрим, хватит кидзов?
У тебя 101 скидзов. Да, на эту машинку у тебя хватит. Эта машинка стоит 85 тис. А покажи, что купил. Камиль купил себе гоночную машину, Субару. Красную. Держи. Сейчас посмотрим, сколько у Камиля осталось. Ау. Ну что, тебе, Камильчик, понравилось кидзание? Очень понравилось. Да, какая профессия тебе больше понравилась? Полицейского. А почему именно полицейского? Там давали набраться, всякие задания там были, листочек нам дали, чтобы выполнять все там. Котика. А тебе понравилось быть ветеринаром? Да, еще котика. Лечить котика и быть доктором? Да. Классно, супер. Здесь очень весело, здесь классно, ребята. Всем советуем сюда прийти. Мы еще только обошли где-то 30% из того, что есть из тех профессий. Мы обязательно еще сюда вернемся и спробуем себя в других профессиях. А всем тем, кому понравилось, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какую вы хотели бы для себя выбрать профессию в будущем. Что вам больше всего нравилось. Всем пока! 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 Пока!